Всем привет, с вами Сезам. Ну и, собственно, это вторая часть выживания с Wildly Fury, которого почти не было. Ну да ладно. После этого вайпа я не играл целую неделю, так как болел и записывать с больным горлом как-то не очень. Так что следующий ролик выйдет не скоро, потому что я все еще полностью не вылечился. Но вы можете меня поддержать лайком и подпиской. А, и да, хотели ли вы, чтобы я провел стрим? Пишите в комментариях. Ну все, всем приятного просмотра. Но сначала, естественно, реклама. Предлагаю вашему вниманию канал Cape Gaming. Он недавно начал снимать Rust, и у него выходят довольно атмосферные ролики. И каждая серия — это продолжение предыдущей. Так что заходим и подписываемся. Ссылка в описании. Опа, слома стоит. Только-только написать кому-то. Типа... Ага, солому. Наебало. Убил. Зачем ты ломаешься патронами так? Ну-ка, надо как-то задипать. О, 14 разрывных, нихуя себе. 4000 металла, блядь. Нормально. Он дома спавнился. Скажи, короче, типа, спасибо, короче, убегай. Спасибо. Ну, не... Его нахуй надо выселять, его нахуй сосед не нужен. Так-то можно было принести разрывные патроны. Короче, на дом. А ты уверен, что у него дальше двери нет? Если у него двери 3 максимум. Сверху. Ну, если скрафтить на. Ну, крафтить на. Я могу скрафтить и прийти сюда. Скрафтить. А схуя ли у него разрывные с собой были, вот вопрос. Скрафти, принеси. Ну вообще не слышно. Он не шумел вообще. Че, да, просто рейдж? Он в сундук бы хотя бы. Все, давай, я просто рейдж. 20-15. Мы можем, слышим, мы можем просто туда... Можем потолок. Потолок, да. Чё, в потолок будем ебашить? Ну да. А вдруг... Патронов хватит? Патронов там нет, нахуя. У меня 30, плюс ещё 120. Короче, давай в потолок. Давай. Да мне уже насрать, не окуп, я хочу зарядить. 13 хп осталось сверху потолка. Подсадок, давай. Давай, все стреляют. Никит, подсади. Давай. Отойди, блядь. А кто по мне стрелял? Не давай, знаю. Давай меня подсади, блядь. Убили? Угу. Там шкаф? Шкаф. 20, ты смотри в него. Чё? Сколько металла. Ебать. Давай, забирайся. Шкаф, тут есть шкаф, есть? Шкаф, да. Авторизировался. Я забираю. Я знаю, что там ящики. Да, а мы все равно не запрыгнем с нее, по-моему. Вот я запрыгнул. Тут очень много ящиков, если что. Но они все запаролены. Вчера не было, но, блядь... Да ладно, чел. По топляку, типа, по ресам, вообще... 23 тысячи металла, да мне пофигу, я могу еще раз нафермить эту серу. Плюс мы еще выбили с него тогда 4, то есть 27 тысяч металла, 2 тысячи топлива, 10 тысяч дерева, 140 МВК и почти, ну, 3-400 ткани. Видишь, чел, ну... Кошерно. Давайте, ломаем, короче, сундуки. Лут у него мало, но... Он, наверное, в одном каком-то ящике. Давайте дальше. Копьё есть? Ну, дофига, да, потратим. Значит, у него есть где-то кибитка. Либо рядом, либо далеко отсюда. Опа, да. А это... Да не мы. Выходим, чё? Чё сидим-то? Вон бежит, с той стороны. Да, вижу. Как ты одетый? Сигнал. Вот с той стороны. Вижу. Он с оружием. Дал голову. Убил. А может это... Может Али. Это он? А я не помню. Нет, ник-то. Вроде не. Хотя хрен. 27 тысяч камня. Там у этого дома опять бегает тип какой-то. Челик просто фармил камень. В антираде. Выше подними. Выше поднимись. Вот. Подожди, я скинусь сначала. Короче, спущусь. Еще один тип бегает, вон, смотри. Там два типа. О, с калашом! Я понял. Там два типа. Да, вижу. Мне пофиг, я... Что? Он на бегу жмет! Он на бегу стреляет! Он... Нет! Он бежал и стрелял по мне! Ну, попадал.
У него пули в одну точку летят, это, блядь, по тарастерам видно, блядь. Давай, давай, добивай его, добивай, если сможешь попасть. Он рядовый. Нет. Верхнего дал. О, как больно-то. Хит дал верхнего. Да как сверху. Реально просто вот по одну. Не-не-не-не-не, вот у этого есть разброс. Он тебя, он к тебе идет, Влад. Я помогите. Он обходит меня, флангует. Справа. Хит дал. Кто это вообще? Что это за типы? Ебало ему, сломал хит дал. У него минус 80. Еба... В одну точку забей, невозможно. Я только выхожу сразу. Вижу, вижу. На скале вижу. Почти убил его. Один хит остался. Там еще к нему на подмогу еще один нет. Отойди, отойди, сейчас вдвоем зажму. Да мне уже зажали. Да, убили, жить. Убили меня. Они нереально стреляют, и как вообще? В пизду, не суемся, нахуй надо. Да, у него чисто все в одну точку. Да, видишь, вижу, по справе видно, да-да-да. У меня просто все в одну точку летит. Забей, не суйся. Тупо имя. Ой, блядь, этот макросник. Вот смотри, мы уже двух читеров встретили, макросников. Я бы уже просто взял бы, проверил бы, узнал бы, что у них реально все есть, доказал бы, и просто забанил бы. А я даже не могу узнать, кто это. Мяу. Мяу. Чё, пойдём, постреляемся. Мяу. И так звук, бля, даёт. А, вон, вижу. Где? Вижу, да, вон, вижу, вижу. Давай, блин. Надо как-то обходить. Давай, давай с горки, давай с горки. Вижу. Он инфу спалил нас, чел. Калаши бежит прямо на нас. О, отходим, отходим, отходим. Нам сейчас другой калаши спит, Роблокс. Просто отходим. Давай побегаем просто. Подальше. Куда-нибудь можем за эту горку пойти. На скалу. Давай. А какой смысл вот там на доме сеть? Сзади. Прям чисто сзади. Да я понял. Я бегаю сейчас. Я просто бегаю. Уйдешь? Не знаю. Живу. Просто уходим. На бинтах, на хилах. Просто отходи. И все будет нормально. Бля, он вышел, он меня видит. Не пизда. А, не, не пизда это. Дал хит ему. Дал два хита. Там их трое. Их просто трое. В одного дал хит. Меня пушит. Дал хит. Дал хит тоже, два хита даже дал. Ой, блядь, слышь, уходим, пизду. Блядь, надо как-то, надо прятаться где-то. Я себе знаю. Бил одного. Хорош. Вижу на скале. Помоги. Меня убил. Классист убил, классист убил. Я лежу. Возле меня, возле моего куста. В смысле? Он за мусорной кучей. Вот, выстрел был. В антираде тоже. С Томпсоном. Меня лутают. В открытую стоит пиздец. Я с калашистом сейчас буду стрелять, тихо. Нет, еще. Они двою. Они четвером играют? Так ты же его убил, калашиста, ты сказал. Не, я двух убил. Я двух типов убил, они четвером играют. Тебя челик убил, они не стреляют друг друга. Пиздец, бред. Ну точно бежало за нами трое, этот по-любому. Четвертый, как бы откуда он вообще взялся, непонятно. И он его не убивал, то есть последний, который остался. Перестрелка, пиздец. Сука. Пошел ты нахуй. Убил тебя? Да. Он что, спустился тебя полутать? Где его? Убил одного. По идее он там тихо, один. Тихо, тихо. Нифига их не один. Залутать? Лутай, естественно. Попробуй ТП дашь принять. Черик пришел. Меня сразу в голову. Что? Это вообще какой-то левый, блядь. Чё за редрам, блядь? Он не залутал типа залутанного. Я по звукам не слышу, чтобы он лутался. А, да, он его не залутал. Ебать, тут ресов, чел. Забирай тогда их ТПшься. Забирай. ТП сразу отправляй, ТП отправляй, я ТП приму. Ну мы отбили, что потеряли? Блядь, ну, хотя бы калаш. Калаш, берданка, это, МП5, армор сет полный. А нет, не полный, без грудака. Две, короче, МК-маски. Ну, армор сет, кстати, это хорошо.
Думаю, ты его просто так убил, блядь, что типа он, ну... Не видно. Он так прыгал, что его... Да, вообще не видно. Я его сам еле заметил, блядь. Ну-ка, я вообще не его. Откуда у него это? Не похоже. Калашиста убил. Убил меня, челик! Ну вот, просто голяк пришел с МП5. Так вот этот с МП5. Есть. Это Ленни. Видел его? Нет. Он там. Где? Справа, слева? Азим. Прямо 40. Зачем? Ой, больно, больно, больно. 8 хп. Вовремя. Отходим. С моей стороны. Да-да-да, чел. Я обхожу. Дал голову. Убил одного. Второй где? Не знаю, тоже где-то по скалы. У тебя тоже. Я не могу, я хиляюсь. Понял. У меня там же, вижу. Спускается. Поможешь? Дал хит, два хита. Три хита, один патрон. Еще один патрон. Лес, помоги, ну быстрей. Да я не вижу его, понимаешь? Вижу. Убил, все, убил. Иди лутай, иди лутай, я крою. Пушек пиздец. Давай, Итарова. Отходи сразу куда-нибудь, где можешь тпшиться. Я останусь тут. Скинь шприцы. Просто вот на своем месте сиди, стой и скинь шприцы. Все. Уходи. Нифига. 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 Ну все, я бегу. Что-то там... Очень много взрывов. А что взрывали? Ну, вряд ли сгнившие, наверное, взрывали. Ну да, я около него никого не слышу. Шо? Челик золотанный. Да, золотанный. Может, кого-то пэшит? Чё он стоит там, я не понимаю. Ага, он тпшился, я понял. Окей. Ну, походу, это взрывали кибитку. Пусто. Да, да-да-да. Эту кибитку взрывали. Чего? 5. Просто 9 сочелей. И 5000 топлива. Он бежит. Что делать? Что делать? 9 бобов сочелей. Скинуть. А, короче, скину. По идее, если он меня убьет, то труп должен закрыть сочелей. Аж залагало. Изи, просто изи. Не, ну достолка просто в упор, это жесть. Так, все, теперь домой. Просто домой. Не хочу. Солома. Как залезть? Keep speed. Пайпа. Еще тип. Чего? 7. Это нормально? Пацаны поспать решили. Чё? 10 тысяч серы. Куда мне ложить? Ну вот куда? У меня нет места столько. Еле как, просто запихал. Просто не понимаю. Ладно, короче, надо будет сейчас еще прийти. Шкаф сломать. Нет. Фига, офигел, двери хотел поставить. Вовремя, конечно, походу пришел. Да. Ну, не сказал бы, что много ресурсов, но... Я на этот рейд-то ничего не потратил. Так-то.
Ну, сколько там? 10 патронов примерно. Так что норм. Изи. Я сдохну сейчас. Пока! Минус все хп, спасибо. Хватит стрелять, пизду. Все, отрезался. Ну, сейчас узнаем. Так, ладно, короче. Что ему три? У меня 13 патронов. Да, должен добить, давай. О, чувака. А, он застроился, что ли? Он застроился. А, ой, это ебать. Люк, это люк. А, ёпта. Взрывай. 4 штуки. Отходите. А, ты на него прилепил ее. А красава. Какая разница, она все разрывает. Я вообще звук не слышу. Она все разрывает. Прилепил прям на него, ёпта ее. Ты его взорвал, блядь. Конец-то, блядь. Да. Еще сундук. Один. Металл. Ну да, еще один дебил. А, туда можно спальником. Через спальник попасть. Надо спальник. Шкаф видно? Шкаф видно? Нет, он там дальше. А как ты спальник поставишь? В смысле, вот сюда поставишь спальник и все, и... А чё это вообще ебано, как он так сделал, блядь? Он, скорее всего, здесь... В смысле, если он через скилл. Своей... Он через скилл здесь этот. В смысле? А, спальник, да. Мы же... Шкафа, блядь. Шкафа. Ну, есть тема, пробовать туда сочельки билдинг... закидать. Билдинг 3-0, пацаны. Стекло, не попади. Ладно, там можно запрыгнуть. Может, сразу в шкаф кидать будешь? А вот тут... Там кто-то еще сидит. Сейчас идеально там падает. Все. Да, ну. Все. А теперь просто ждем. Там тип. Тип? Да. Все убьем. Бля, он нулевый вообще. Я ему голову дал и все. Где? Вот в ту сторону, где за кустами где-то. Че, убили моего? Минус работал, заебись. Неправильно сработала она немного. А, я сработала. Видишь, да? Нет, не вижу, просто вижу. О, да, вижу. Дал хит. Упал, убил. Иди лутай. Это, кстати, тот, который Стоунс напал. Стой. Килл. Сука, нахуй эти двери скинул. Я не знаю, что я спавню там. Здорово. Здорово. Ну, я тебе так скажу, мы, конечно, окупились. Только не окупились, да? Нет, мы окупились. Не забирай сейчас, по 20 секунд. И все, типа, мы просто окупились. МВК дверь, кстати. О-о-о! Ну, озвучи, что было. Ну да. 13 400. И все? 500 high quality, ой, 500 ТНК, 42 тысячи камня. Вот это пока. МВК где-то 150, металла мало. Компоненты, чего по компоненту? 24 шестеренки. О, 45 труб, 444, кстати, жира, который, кстати, нам не нужен. Ну, чел, МВК дверь. Да, это кайс. Кайс. Сука. Yeah, go get the strap. Yeah, go get the strap. Nigga, go get the